Давай что-нибудь для истории говори. Пока еще руки целы. У меня техника безопасности, перчатки. Техника без опасности не бывает. Техника без опасности — это такая передача по телевизору. Ну что, пытаемся активизировать камерку даже. Давай. Черный ящик. Да-да-да. Наших чувств. Не попишет. Так, бортовое питание 5,05 вольта. Ветер северо-восточный. Ветер хреновый, боковой. Так, сейчас в тени у нас все будет, ну да ладно. Соблюдаем. Соблюдаем. Безопасности, то есть уходим. Пытаемся взлететь. Арминг. Ну, наверное. Арминг ван Бюринг, я бы даже так сказал. Не прошел. Еще раз. Не прошел. Растрясем лед в моторах после прошлого падения фееричного. Эпичного. Да. Он вибрирует как один из моторов. Включил автоматическое удержание высоты. Работает занятно. Носит его как. Это стабильно. Ну, блин, я по стабильности это не назвал. Ну, знаешь, мы в такой стране живем, Андрей. Так, поближе подтянемся. Давай, давай. Я снимаю, Анна. Вот это прикол. Нет, для красоты, конечно, бы дерево сейчас поймать, да? Да. Не, может, ну занятная шняга. Может, я подойду к нему? Давай ты не будешь подходить к этому. Зачем с того, что... Потому что, видишь, пилот не подходит, а пилот умный человек. Ну да, беспилотник. Я просто, если что, смотрю видоискатель, ты мне говори, если он на меня вдруг полетит, а лучше ори. А что ты сделаешь? Что, я хотя бы разочаруюсь. Кадр не потеряю. НЛО, блин. А что ты сделал? А я выключил автоматическое удержание высоты, и теперь будет страшно. Я и из кадра потерял. Ветер. Ты могуч. Да, надо все-таки домашний квадрик купить за $50. И сделать из него $60. И поучиться. Учиться управлять. Так, удержание высоты врубил, а то как-то мне страшно стало. Но у него оно плавающее какое-то. Поставь удержание высоты 100 метров. Вот сейчас мы в кадре проплыли. Да. Не, ну что-то удерживает, вот. Сейчас вот я ничего не трогаю, но он немножечко подносит. Вот. Давай под него встал. Ветром или, может, тримировать надо чуть. Опасность? Да, вижу, вижу. Опасность! Ладно, давай, подводи его к нам и сажай, у меня руки стали снимать. Сейчас подожди, упадем, тогда будет веселее. Падать не надо, это лучше посади его.
управляют. То есть крен можно не делать. А я все креном управляю. Вот и крен тебе в руки. И тангажом. Тангаж. Весь город наш. Сейчас я попробую понастраивать все коэффициенты. Чапаева. Странно выкрутил коэффициенты, блядь. Не влияет. Абсолютно похрену. Странно. Нет, не странно. Управляемость никакая была. О, более стабильно стал висеть, но хуже управлять, вернее, плавнее. Давай, приземляй его уже. Не хочу я, что это, взлетает? У меня руки болят уже. Я хочу этот крэш посмотреть. Крэш, сейчас дерево облетим, подожди. Вот, мне нравятся эти слова. Наконец! С этого ролик на ютубе и появится. О, сейчас дерево облетим. Облетели. Не очень. Блядь. Правополоск. Маши ручкой. Улыбаемся и машем. Сейчас на собачьи подумают, что мы и машем. Без рук, без рук. Ну что, еще разок дерево облетим? Давай. Сейчас, спокойно. Тут приготовиться надо. Так, понятно, как это делается. Непонятно. Сверху дерево облетим. Но я же не сказал, как я его облечу. Прикинь, вот здорово, да? Без проводов, и ты им управляешь. Красота. Ох! Ну-ка, давай, что-нибудь скажи. Скажи, покажи свое охеревшее лицо. Одна из неловких, удачных посадок